Всем хай, ребят! Вы на канале Коджами 656. Сегодня будет видео про... Сегодня я наконец-то достроил дом. Вот так он выглядит. И сегодня мы будем переставлять туда мебель. Оцените в комментариях этот дом, а мы начинаем. Так, ребята, уже ночь настает, поспим. Я просто за кадром не только достроил дом, но еще и кровать куда был. Дом было сложно достроить, потому что тогда был дождь, была куча монстров, то крипер взорвал, то монстры мешали. Строю крышу, скелет стреляет, и я падаю. Короче, было много чего сложного. И я наконец-то достроил. Сегодня будем переставлять туда вещи. Так, сначала начнем из печек. Я думаю, что печки будут на втором этаже. То есть на первом. Так. Так. Верстак, я думаю, тоже подумаю поставить их сюда. Тоже сюда подумаю. Так, ребята, сделаем дополнительные сундуки, которые мы поставим на второй этаж, как и кровать. Ребята, надеюсь, вы заметили, что нового здесь стоит. За кадром я добыл. Так, а мы пошли обустраивать второй этаж. Этот сундучок можем на первый этаж поставить. Здесь можно воткнуть какой-то рабочий стол. О, здесь можно в будущем поставить какие-то рабочие инструменты, я не знаю, например, зельеварку. О, нет, дождь. А, здесь еще лестницу нужно поставить. Не так. И поставим здесь факелочков. Вот так. Так, нужно кроватку взять. Ой, я уже вижу там непрошенных гостей. Там крипикс, просто просто на него не смотрим. Чтобы он, не дай бог, не взорвался. Все, мы спим. Горите, твари. Горите. Хочешь будешь, если будет, и будешь иметь дело с Коджами. Вы видели, у вас на глазах и у меня на глазах ведьма пропала, на ведь задеспавнилась. А что делать с этим сундуком? Я сейчас расчищу мой инвентарь и вещи с этого сундука. Сломаю, и вещи будут не инвентарь. Логика.
Так, ломаем этот сундук. Все должно по логике выпасть не один так. Да, так и случилось. Так, переставляем вещи в сундук назад. 11 стрел я заберу, у меня аж лук есть. Да, в этой комнате как-то... Такой столик у нас получился. Я хочу здесь вот так поставить, уже вот так поставить здесь. И поставить по бокам таблички. Где все дерево? Короче, потом этим займемся. Короче, ребята, вот такая получилась серия. Мы такой красивый домик достроили. И в следующей серии мы пойдем в шахту. Я ее увидел. Конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите более старые видео и более старые серии про Майнкрафт. А конечно же, всем удачи и всем пока-пока!